вы поняли, мы отшвартовались из порта Алгесирас и направляемся, как вы думаете, куда? Еще один порт в Испании. Разве не прекрасно? Боже, сейчас у нас на дворе октябрь месяц, температура воздуха плюс 26, плюс 28 днем. Просто подарок судьбы. Такое время попасть в такие теплые края. Я, честно, начинаю уже любить Испанию. Как-то я был в Италии, и как-то меня не впечатлило. Но вот испанцы вообще такие интеллигентные, просто очень классные люди, мне понравились. Особенно вот стивидоры, да, все культурные. Нет у них такой, какой-то, знаете, пакостности, я еще бы так назвал. В общем, все было классно. Выгрузились мы без никаких повреждений, что очень удивило меня, потому как обычно, когда выгружают такими кранами, такими кальмарами, да, тогда обычно делается какой-то дэмэдж в трюме, как минимум хотя бы одно повреждение, но бывает. То ли лампу там разобьют, то ли еще что-то такое сделают, ну, незначительно, но бывает всегда. Здесь, ну, просто красота. Ребята до такой степени нежно брали этот металл, выгружали, прямо, ну, просто молодцы. Порту Алгесирас по поводу выгрузки все 1000 баллов от меня получает заслуженно. Дальше ситуация такая. Мы идем сейчас в порт Кадис, это еще один порт в Испании. Вот Гибралтар, вот порт Алгесирас, мы были здесь, да? Вот сейчас наше судно, мы направляемся вот сюда, в порт Кадис. Бросим якорь вот в этом месте. Вот это порт Кадис, вот здесь мы будем стоять, вот это город. То есть по факту наше судно будет стоять практически в центре города. Ну, так на карте видно, да? Вот якорная стоянка, очень близко к берегам, очень близко к порту. Поэтому порт Кадис в Испании, информация для вас на будущее, если вам нужно будет. Порт занят, причал наш занят, поэтому мы становимся на якорь на 3-4 дня. Ребята, ну разве это не прекрасно работать вот на таком балкере, когда у тебя якорные стоянки буквально через каждую неделю? То самое больше меня радует, так это то, что у меня есть интернет. Ребята, есть интернет, до порта буквально рукой подать, правда? Потому что якорная стоянка будет там практически миля от берегов. Поэтому интернет есть, связь есть. Погода я проверил на ближайшие 6-7 дней. Муа, просто сказочная. Проспекты на погрузку следующие. Будем грузить простую соль в Копенгаген, в Данию, да. Соль, которую они потом будут раскидывать на дороге. Такого груза я еще не грузил, но, как вы понимаете, это соль, поэтому она боится воды. И даже здесь, в Испании, когда хорошая погода, нет дождей, там, да, постоянно солнце, никто не говорил, что в Копенгагене этого не будет. Поэтому каждый раз, когда у нас груз, который боится воды, это еще один повод постоять дольше в порту, а это значит посетить город, развеяться. Поэтому вот такой вот плюс работы моряка на вот таком вот небольшом балкере. Постоянно у тебя порты, раза 3-4 за месяц точно на якоре постоять можно, 2-3 дня, там закончить там с какими-то документами, да, сделать какие-то свои работы, чтобы не отвлекаться на, допустим, навигацию, да, как вот сейчас мы выходили с Гибралтара, боже, там тьма этих парусников, все сюда заходят, выходят, в общем, очень насыщенный сегодня день был, расхождение и тому подобное, поэтому сейчас уже мы подвернули, там вышли из Гибралтара, и здесь сейчас ситуация более-менее уже спокойная, нет никаких парусников, нет никаких судов, все, в принципе, прикольно такое. А, кстати, я в начале видео там сделал такой таймлапс именно радара. Напишите в комментариях, как вам такой вот вид съемки, понравилось или нет. Я первый раз такое сделал, ну так, посмотрел, вообще так получилось прикольно, я сам не ожидал. Напишите в комментариях, если вы были в порту Кадис, что вам там понравилось, да, какие там вообще цены и тому подобное, потому как я не знаю, получится у меня пойти в город или нет. Мы по карте посмотрели, там причал получается практически в городе, и есть вероятность, что, конечно, можно будет там выйти, посмотреть, как люди живут в Кадисе, какие там вообще есть достопримечательности и цены в супермаркетах, но опять... Еще раз повторюсь, я планы не строю, потому что, ну, работа с торпом, она такая, что если грузовые операции начинают, там, сложности какие-то появляются, то есть там быстрая погрузка, да, там,
нужно, знаете как, держать хороший дифферент, чтобы судно особо не имело большой дифферент, там 1,5 метра максимум. Ну, вообще, такие вот дела старпомовские. Если сложности возникают, нужно стоять вахты там сутками. Поэтому я планы не строю по поводу города. Но, конечно же, надежда, она всегда есть. Но не буду себя расстраивать заранее. Во всяком случае, город городом, но когда есть интернет, когда у тебя есть связь с женой, постоянно по скайпу, что еще может быть лучшего, правильно? Зачем тут город? Когда вахту отстоял, можно спокойненько себе потратить время именно на разговоры там, со своей семьей. Поэтому каждый выбирает, что ему нравится. Но опять же, я город не отменяю, потому что, как я уже говорил, я порвал джинсы, мне нужны новые. Поэтому, Кадис, жди меня, жди своего клиента на джинсы. Переход от Алгесираса до Кадиза у нас занимает практически там 8-9 часов. Поэтому уже сегодня вечером, где-то в 22:00 по нашему судовому времени, мы подойдем к якорной стоянке, бросим якорь. И уже на ночную вахту свою в 4 утра я проснусь. И уже судно будет спокойно стоять на якоре. Я могу записать новый влог по поводу какого-то электронного устройства. Допустим, электронная карта, что я скорее всего и сделаю. Поэтому в дальнейшем не пропускайте мои влоги, смотрите, подписывайтесь на канал обязательно. Клацайте на колокольчик, если хотите, чтобы вас оповестили, когда выйдет новое видео. Нажимайте лайк, не забывайте. Лайки — это круто. Я люблю лайки. И, ребята, если хотите, чтобы я записал какое-то там определенное видео, да, опять же, пишите свои предпочтения в комментариях под видео. Я их обязательно прочитаю. И выберу самый достойный комментарий, который наберет больше всего лайков, да. И на эту тему я сниму видео. И выложу, конечно же, на своем канале, на который вы должны подписаться, чтобы его посмотреть. Ну, конечно, нет, вы можете быть не подписаны, потому что правила Ютуба таковы, что если вы даже не подписались, вы все равно посмотрите. Но, ребята, подписывайтесь. Все, я пошел дальше вахтить, потому как... А, кстати, стоп. Когда мы были на Балтике, уже было прохладно, и механики выключили кондиционер. И я такой на вахте стоял, когда вот мы еще шли туда, в Алгесирас, и что-то так жарко стало. Я говорю, пацаны, блин, ну включите кондиционер. Они говорят, да он работает. Я говорю, да не работает. Ну, в общем, пошел турбомеханик, проверил. Действительно, короче, у них там температура была 27 градусов, представьте. Когда на палубе у нас там 28-26. В общем, снизили температуру до 24 градусов. Ну, просто красота. Непередаваемая. Сейчас на мостике просто наслаждение. Стоишь в вахту. Очень такая комфортная температура. Поэтому ощущаем позитивные плюсы судна, на котором есть кондиционер. Потому что, блин, реально он даже бывает есть, но он не работает. Но у нас все хорошо. Механики крутые пацаны. Поэтому им респект за то, что у нас работает все. Потому что без кондиционера было бы нам сейчас печально. Все, ребята. Всем удачи. Всем пока.